Я слышу твои шаги, вижу пару с багряной зари. Гряди, Господь, Господь Иисус, гряди! А вы, дети, думали когда-нибудь о Иисусе? Да. Да? Да. Что ты знаешь о нем? Что он мучился за нас, за всех. Да. Что его распяли на большом деревянном кресте. Ну, он воскрес через 3 дня. А что бы ты хотел ему сказать? Вот встретил бы его, что бы ты сказал? Он живой. Нет. Ты веришь в то, что он сейчас живой? И он этот салют вместе с нами видел. Да. Представляешь, так. Веришь или нет? Верю. Слава Богу. А ты что хочешь сказать? Сегодня радостный, правда? Да. Веселый. Мы очень рады, что Иисус Христос родился. Это же первый салют, между прочим, в его честь сегодня. Да, да. Очень рады. Будем надеяться, что новый Христос придет на нашу землю через 2000 лет. После его рождения. Нет, 2000 лет уже. Придет тот же Христос. Нам другого тот же. Не надо. Да, он сказал, я приду снова. Значит, он же придет. Будем надеяться. Аминь. Ну, он вернется, Иисус. Все равно мы верим лично, что он вернется, Иисус. Но как насчет Бога я ожидаю увидеть его? Не боюсь я конец света. Не жду его. Может быть, он внезапно придет. И этот мир вот сейчас, он просто на грани какой-то катастрофы находится. Говорят, земля будет гореть, все будут погибать. Израненный из плена в плен один, дорогой смертной тени и руин, твой путь петлей провис, нет сил и камнем вниз. Дым, пламя, земля печальная, и вот тебе еще печать прощальная, свинцом горячим в грудь, узлом со злом стянут. Ушел век 20-й, космический, атомный, не похожий на все остальные, сколько в нем было всякого, и гордого, и горького, и отступление от Бога, и мечта, и обещание всеобщего земного блага, и разрушительность тотальных войн и рукотворных катастроф. Многократно умножились знания, трамплины веку 21-му. Можем и горы переставлять, и землю предать огню. Где мы сегодня? Где окажемся завтра? И при всех наших планах, прогнозах и расчетах мы совершаем прыжок в неизвестность. Господи, не оставь нас. Ведь смотрите, как Господь долготерпит этот мир. У нас нет терпения. Мы начинаем воевать. Мы соревнуемся, мы отстаиваем свои позиции, к примеру, даже вот на уровне государств Югославия. И мне так больно, что ли, мне так тяжело видеть тысячи людей, и даже в нашем городе прекрасном, пройдите по Невскому проспекту, увидите столько много нищих, столько много людей бездомных, беженцы из Таджикистана. И все наши беды, все, что мы переживаем, это есть результат нашего неверия в Бога, это есть результат нашего безбожия. И, как вы помните, все началось с разрушения храмов, с уничтожения святынь, со сквернения святынь.
И было много-много пролито крови, в том числе священников. Низкий поклон всем, кто не отказался от Христа, и всем, кто умирал за Него. И верю, что они сейчас на небесах ходатайствуют за нас, за нашу Россию. Это единственная идея, которая может нас спасти. Об этом надо говорить всем, кто может это делать, и чей голос будет услышан, должны говорить о том, что Бог ныне всем повелевает покаяться. Уже много лет назад однажды я молилась и вопрошала Бога: «Господи, покажи мне церковь свою, вот ту избранную, тело свое, покажи, какое оно. Столько деноминаций, столько всего. Что есть истина?» И знаешь, Сережа, я вдруг увидела видение. Я увидела, это был столб, он был золотой. Но когда я всмотрелась, я увидела, что это не столб, а вот как ангелы в столбе. Ну вот это святые люди, они вот этот весь столб был соткан из святых, из святых. Но причем, что интересно, каждый как бы входил в другого, но не мешал другому существовать. Они были между собой связаны, но они не были скованы. Вот. И вот пришли тогда на память эти слова: «Столб и утверждение истины». И вместе с тем церковь, она живая, она растет. Вот фундамент. Вот она возрастает, и вот когда она наполнится, Иисус придет за нами. Но чтобы она наполнилась, и мы, эти камушки, мы тоже должны расти, мы должны возрастать в это духовное тело. Колышет море серыми волнами, скалистый берег скован тишиной, и грезит ночью ледяными снами. Будет с нами, я вижу себя.